Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас 5-дюймовый Ульфон U008 Pro показали на видео. Следующим смартфоном компании Ulefone станет бюджетная новинка Ulefone U008 Pro с 5-дюймовым дисплеем. Аппарат показали на видео, на котором удалось разглядеть металлический корпус и физическую кнопку «Домой». К сожалению, неизвестно, будет ли интегрирован сканер отпечатка пальцев с кнопкой «Домой». В кнопку «Home», однако, сообщается, что в Ulefone U008 Pro можно будет самостоятельно сменить аккумулятор, а также установить внутри две сим-карты и карту памяти. Также в U008 Pro нас будет ждать множество программных фишек. В продаже новинка появится уже на следующей неделе. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.